Добрый день, молодые люди. Сегодня снимаю вопрос общественный. Могли бы ответить на один вопрос? Не могли бы. Здравствуйте, молодые люди. Прошу прощения за беспокойство. Я сегодня снимаю общественный опрос. Меня зовут Андрей Миронов, канал Мордор. Опрос на тему будущего России. Каким вы его видите? Не буду говорить ничего. А почему? Можете сказать, почему? Вы тоже не хотели бы высказаться? Нет желания, извините. А по какой причине? Просто стесняетесь или, может быть, что-то боитесь? Сказали бы, но... Нет, не боимся, просто не умеем на камеру говорить, и для особых мыслей нет. Здравствуйте, молодые люди. Скажите, пожалуйста, каким вы видите будущее России? Отлично. А вы? Нет, спасибо. Где живете, девчонки? В каком городе? В Омске. Что думаете по поводу будущего нашей страны? Мы не думаем. Мы тупые. Не победю, не побежу, и никого не побежду, наверняка я. Не убедю, не убежу, и никого не убежду, судьба такая. Но почему? Кто даст ответ? Конечно, потому что будущего нет. Thank you.